Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Марциал Марк Валерий. Марциал Марк Валерий около 40-го 104 года нашей эры, римский поэт, автор эпиграмм и коротких стихотворений. Среди стихов Марциала есть и лирические, и непристойные, и сатирические. Марциал приехал из Испании и после 35 лет жизни в Риме снова удалился туда на покой. Мимо Марциала не прошла ни одна сторона римской жизни, так что его произведения, зрелища, гостинцы, подарки и другие до сих пор служат источником исторической информации. Начиная с эпохи Возрождения, его творчество оказывало влияние на литературную эпиграмму. Почитателем Марциана был Гёте. Вот так вкратце о Марциале Марке Валерии, римском поэте, автором эпиграмм и коротких стихотворений. Пока-пока, до свидания.